Сегодня у нас с вами самый позитивный вебинар каталога. Мы с вами подводим итоги. Мы его еще с вами называем поздравлялки. Но так как нас с вами такое огромное количество уже лидеров, технически просто даже отчет у меня не грузится, чтобы мы смогли с вами поздравить всех тех, кто вышел на 3%, 6%, 9% и так далее. Потому все лидеры, которые вышли на ступенечки маркетинг-плана, свои поздравления получают на планерках своего вышестоящего директора. А мы с вами подведем итоги каталога и поздравим лучших из лучших, поздравим топ-лидеров проекта, тех людей, которые вышли на уровень, начиная с 12%, очень быстро растут и развиваются, и в скором времени откроют уровень директора. А также поздравим наших директоров. Начнем с вами с итогов. Прошлый 5-й каталог был достаточно для нас интересным, потому что он был двухнедельным, но мы с вами даже в двухнедельный каталог смогли сделать товарооборот 424 тысячи баллов, с чем я вас, нас с вами поздравляю. За неделю мы делаем 212 тысяч баллов. Если мы вспомним итоги 4-го каталога, то там мы делали 184 тысячи в неделю. Потому, если считать по неделям, то мы с вами, ох, как хорошо приросли. По итогам 5-го каталога наш прирост к предыдущему году, при том, что считали прирост, по каталогу номер 5 2016 года, он там был трехнедельный, составил 32%. То есть мы за две недели смогли сделать больше, чем в прошлом году за три недели. Но самое интересное, что за два года проект Фаберлик Онлайн прирос, внимание, в 3353%. Специально смотрела 2015 год в каталоге номер 5. Два года назад, 2015 года, мы с вами делали всего лишь 12 тысяч баллов, а сейчас 424. Потому проект растет просто огромнейшими темпами, очень большими прям шагами, да, с такими семимильными шагами, и мы только можем представить, что же будет через год. 2 миллиона баллов, 4 миллиона баллов. Потому я вам желаю всем очень быстро расти и развиваться, и чтобы в следующем году мы с вами сказали, что мы тоже за год приросли, что мы с вами за год приросли на 3353%. За каталог номер 5 мы с вами за две недели зарегистрировали 5769 новичков. В среднем в проекте регистрируется 412 новичков в день. А давайте пересчитаем теперь. Сейчас, секунду. 412 новичков в день. Представляете, половина директорской структуры, а то и больше, регистрируется в день. 412 мы делим на 20. Даже если считаем, что мы работаем круглосуточно, мы с вами регистрируем 18 новичков в час. Представляете? То есть, если у нас 60 минут в часу, мы с вами каждые 3 минуты регистрируем новичка. 3 минуты прошло, новичок, 3 минуты прошло, новичок, 3 минуты прошло, новичок, в день половина директорской структуры. Отличные масштабы роста. Итого, сейчас проект начисляет 61 903 человека, из которых за каталог номер 5 успели оплатить свои заказы 16 295 консультантов. Каждый четвертый консультант оплатил свой заказ в каталоге номер 5. Сейчас у нас что-то слайд завис. И приступим к поздравлениям. И начнем мы с вами с уровня 12%.
тех лидеров, которые уже сделали товарооборот, начиная от 1000 баллов, которые уже имеют свою структуру, да, такую достаточно большую, которые уже управленцы своей структуры, которые уже буквально прошли половину маркетинга, если так посчитать, до директорского. И уже, я думаю, к лету мы всех этих лидеров будем поздравлять с уровнем директора. Итак, начнем. Лучшие топ-лидеры проекта. Евгения Бизина. Город Гатчина. Вы знаете, что всегда на поздравлялках очень медленно переключаются слайды или тормозят, потому будем стараться как-то работать синхронно с ними. Екатерина Киселева, город Петропавловск. Ольга Куликова, город Орехово-Зуево. Николай Мальцев, город Семей. Давайте тогда вернемся. Ольга Куликова, тогда вице-директор, 15%, город Орехово-Зуево. Николай Мальцев, город Семей. Светлана Элхина, город Саратов. Извините, если неправильно говорю ваши фамилии. Тулюбекова, Айгуль, Бишкек. Как классно видеть такую широкую географию в нашем проекте. Ирина Подзолкина, Октябрьск. Наталья Фафанова, Северодвинск. Игорь Стахов, Каховка. Анастасия Семенова, город Михнева. Екатерина Шуст, Белгород. Светлана Яковлева, Бишкек. Яна Яковлева, город Колхозная Ахтуба. Ольга Шелихова, город Береза. Варвара Самагина, Ставрополь. Марина Потылицына, город Дивногорск. Виктория Зубишина, город Ростов-на-Дону. Татьяна Пономарева, Риддер. Елена Заяц, Брест. Мария Василенко, Караганда. Татьяна Букаль, Макинск. Диана Авдеева, Южно-Сахалинск. Валентина Аломская, город Минеральные воды. Ирина Бажина, поселок Верхомыжье. Тамара Баранова, Волчанск. Светлана Бачурина, село Кичменгорский городок. Татьяна Богатур, город Серов. Лилия Бондарчук, Коростышев. Татьяна Борисевич, Витебск. Вот сколько Беларуси нас стало. Еще буквально несколько каталогов было очень мало. Елена Вареница, город Абай. Анастасия Вилачева, Новоалтайск. Дарья Винник, Запорожье. Ольга Власова, Олевск. Оксана Геворгян, ПГТ Пяозерский. Ксения Гладкова, село Повалиха. Наталья Грицюк, Москва. Оксана Гуцева, Комсомольск-на-Амуре.
Иван и Ольга Гущины, Краснодар. Елена Донник, Талгар. Светлана Дударева, Горно-Алтайск. Роза Мельянова, Барабинск. Раиля Забайдулина, Стерлитамак. Ой, сейчас, секундочку, где-то у меня зависли слайды. Алена Загороднюк, Барнаул. Диана Иванова, город Духовщина. Кристина Истомина, Гончаровка. Татьяна Калентьева, Нижний Новгород. Зоя Камыхина, ПГТ Чумский. Анастасия Кананыкина, Невинномисск. Людмила Кирсанова, Гродно. Валентина Ключникова, Иркутск. Ирина Кобелева, Лысьва. Екатерина Коротовских, город Санкт-Петербург. Татьяна Крывенко, город Бахчисарай. Алексей Кузьминский, город Батайск. Олеся Куимова, Верхняя Салда. Вы видите кого-то из своих регионов? Это же здорово. У нас же есть с каждым днем наших директоров и лидеров все больше и больше, больше и больше. И в некоторых регионах уже мы начинаем делать, да, съезды проекта. Так что смотрите своих соседей, да, по своей области, по соседним областям. Скоро на встречах Фаберлик онлайн будете с ними видеться. Светлана Кукла, Новая Каховка. Надежда Курилова, Шлиссенбург. Яна Лаврентьева, Челябинск. Людмила Ладная, Славгород. Наталья Ларина, Труд. Лабган, Ужур. Ирина Лебедева, Ростов-на-Дону. Юлия Левашова, Тула. Александра Ломакина, Владимир. Галина Лубинская, город Егорьевск. Надежда Лукашова, Калуга. Арина Лукьянова, Екатеринбург. Алла Майнусова, Нижний Новгород. Наталья Малеева, Костанай. Инна Мартыненко, Черкасы. Евгения Межунова, Комсомольск-на-Амуре. Татьяна Мизгулина, Кемерово. Наталья Минович, Ивье. Ольга Мищенко, Рубцы. Юлия Моторыкина, Харьков. Анастасия Мустафаева, Баку. Индира Мухаминджанова, Петропавловск. Марина Никандрова, Николаевск. Алена Кучма, Никольск. Елена Нурмагомбетова, Благовещенск. Инна Асачия, Киев. Наталья Осадчук, Новокузнецк.
Елена Пивоварова, Кушарал. Евгения Пономарева, Запорожье. Татьяна Потапова, Горно-Алтайск. Елена Привалова, Вязьма. Вита Примак, Березань. Наталья Приходченко, Благовещенка. Татьяна Романова, Камские поляны. Алена Рубцова, Усть-Илимск. Галина Сгибнева, Москва. Лариса Сердюцкая, станция Барсуковская. Ксения Сидоренко, Луховица. Анна Скопина, Киров. Наталья Смирнова, Буй. Ирина Спица, Херсон. Татьяна Спрынчак, Кривой Рог. Марина Суркова, Пенза. Вероника Сурыгина, Казань. Мы с вами поздравили наших старших лидеров. Уровень 12%. Желаем им очень быстрого роста и уже к лету открыть уровень директора. И переходим к поздравлению к нашим вице-директорам. Тем, кто уже может открывать договор с компанией, многие уже и открыли, которые уже получают доход наличными и уже являются владельцами своих структур, то есть они могут, полноправно по договору, юридическому договору с компанией, владельцы своей структуры. Мы поздравляем вице-директоров. Дарья Забелина, Обнинск. Ирина Музычук, Риддер. Эльвера Мустафаева, село Большеусткинское. Елена Ряполова, Камень-на-Оби. Валентина Тагиева, Минеральные воды. Марина Филатова, Ставрополь. Людмила Черкасова, Николаев. Виктория Шпегель, Лубны. Маргарита Балакина, Воронеж. Лариса Бойко, Константиновка. Людмила Браим, Киев. Галина Гайсина, Барабинск. Светлана Ганиева, Темиртау. Марина Дроздова, Караганда. Ольга Дубинич, Орел. Ольга Дьяченко, Петропавловск. Ирина Игнатова, Балхаш. Татьяна Князева, город Днепро. Виктория Каморная, Бобровица. Наталья Копытова, Партизанск. Алена Кучма, Никольск. Юлия Левашова, Тула. Видите, у нас с той презентации забыли убрать. Ирина Мясникова, Иркутск. Ольга Назарова, Усть-Каменогорск. Елизавета Наконечникова, Сорск. Оксана Парамон, Нижнекамск. Татьяна Протасова, Новокузнецк. Ольга Пухова, Вышний Волочок. Марина Русевич, Минск. Ирина Рыбникова, Чокшина. Акнур Сапарбаева, Алматы. Марина Сачок, Аханск. Кристина Сердечная, Волоконовка.
Анна Слюсаренко, Калининград. Людмила Соколовская, Ахтюбинск. Евгения Сосова, Тобол. Ирина Устинова, Калининград. Анна Ушакова, город Днепро. Людмила Филоненко, село Черниговка. Ольга Ханжина, Москва. Любовь Хутная, город Лида. Сергей Ханикайнен, город Кандапога. Елена Шабанова, Михайловск. Лев Шалагин, Алматы. Виктория Шевченко, Талалаевка. Юлия Шереметьева, Гуково. Светлана Шулакова, Москва. Ирина Шумакова, город Сукко. Мы поздравили наших вице-директоров, тех лидеров, которым осталось всего лишь две ступенечки до уровня директора. И, возможно, многие, они не то что возможно, а многие из них уже этот каталог смогут открыть уровень директора и перешагнуть, да, через две ступенечки, что я вам и желаю. И переходим к нашим старшим вице-директорам, тем, кому осталась всего лишь одна ступенечка, всего лишь чуть-чуточку. До первой своей вершинки, до уровня директора. Поздравляем лидеров с товарооборотом от 2000 баллов. Расима Загирова, Мясия Гутова, Ульяна Кириллова, Канаш, Олеся Кузьмина, Новосибирск, Ольга Лапченкова, Вязьма, Ольга Ложкина, ДБС. Дарья Созиева, Ростов-на-Дону. Ольга Чернова, Лыски. Елена Абросимова, Казань. Извините, я уже начинаю просто заговариваться. Анна Авдонина, Новосибирск. Ольга Автаева, Стерлитамак. Татьяна Арнст, Балакова. Светлана Бабикова, Ярославль. Елена Баланаева, Казань. Ольга Бирюкова, Москва. Екатерина Ваганова, Архангельск. Ольга Васильева, Малый Ярославец. Людмила Виноградова, Воткинск. Юлия Витальева, Ессентуки. Зина Войткова, Курск. Екатерина Гезима, Соликамск. Елена Гилева, Талица. Ольга Голованова, Харьков. Елена Гончарова, Новогрудок. Диана Гумерова, Буинск. Ольга Демченко, Краснодар. Светлана Дикусар, Белгород-Днестровский. Наталья Долотова, Кадынск. Кристина Драгой, Люберцы. Светлана Дубинецкая, Хмельницкий. Светлана Дударева, Горно-Алтайск. Елена Дюкре, Москва. Анастасия Егорова, Абакан. Марина Ершова, Плесецк.
Елена Еслина, Краснодар. Елена Жмак, Риддер. Виталий Зюзин, Таганрог. Людмила Иванова, Харьков. Ирина Исмагулова, Петропавловск. Анастасия Казанова, Белогорск. Юлия Карасева, Рубцовск. Куаныш Карымсакова, Костанай. Валерия Киселева, Гомель. Александра Компысенко, Рязань. Лариса Кондратьева, Мирный. Владимир Конзин, Барабинск. Елена Корнева, Бишкек. Елена Коробейникова, Липецк. Маргарита Курова, Алтухова. Юлия Латыпова, Учалы. Ирина Максиян, Белая Калитва. Марина Мальцева-Близнецова, Счастье. Елена Мелехова, Кумертау. Екатерина Микса, Ялта. Гульнурыева, Город Трехгорный. Светлана Павлова, Шлиссельбург. Татьяна Пяга, Минск. Наталья Прокопьева, Рубцовск. Людмила Саханская, Челябинск. Ольга Симушина, Екатеринбург. Ирина Сигида, Черкасы. Елена Соколова, Набережные Челны. Марина Соловьева, Белгород. Олеся Соляк, Красноярск. Ирина Тихонова, Арбузинка. Ольга То, Новосибирск. Ирина Шагина, Чебоксары. Алена Шафеева, Уфа. Татьяна Шиндина, Абдулина. Алена Шолохова, Златоуст. Мы с вами поздравили наших старших вице-директоров. Угадайте, сколько у них, нас их? У нас их 70 человек. 70 лидеров могут уже в этом каталоге открыть уровень директора. Я вам всем желаю, этим 70 человекам в этом каталоге, уже открыть уровень директора и уже приблизиться к квалификационному бонусу, да, в 55 тысяч рублей. И мы с вами переходим к нашим директорам. Для меня... Когда-то я так читала список 3 пентов, сейчас я уже не могу список и топ-лидеров прочитать. Уже слышу, что голос пропадает. Сейчас, секундочку, но у нас же поздравлялки не могут без зависаний. Как всегда, сейчас загрузится презентация директоров. Итак, поздравляем наших директоров. Арменуи Гаспарян, село Галина Ватлина, Пайковский. Татьяна Киселькова, Белокуриха. Альфия Сафина, Уфа. Елена Сидоренкова, Северодвинск. Екатерина Тур, Барановичи. Татьяна Шалобродова, Ставрополь.
Анастасия Шиянова, Анжера Суджинск, Ольга Амелина, Курск, Татьяна Андреева, Чебоксары, Ирина Архангельская, Лесосибирск, Светлана Острелина, Рудный, Анна Бабий, Алтайская, Татьяна Белецч, Рубцовск, Надежда и Александр Борисоглебск, Ирина Бабкова, Ступино, Ирина Богородская, Кумертау, Елена Бондар, Херсон, Ольга Буланова, Сергиев Посад, Валентина Веселова, Челябинск, Олеся Войтенко, Алматы, Анна Габанкаева, Петропавловск, Татьяна Гартингер, Камень-на-Оби, Арсений и Таисия Григорьевы, Новополоцк, Алена Гридина, Старобельск, Каролина Денисюк, Апостолова, Татьяна Драгунова-Родионова, Улан-Удэ, Анна Зарубина, Смоленск, Мария Зелик, Урожайная, Марина Иваненко, Петропавловск, Камира Ла-Идрисова, Алматы, Юлия Казанская, Ярославль, Екатерина Каташинская, Ирпень, Светлана Клевачева, Нижний Новгород, Оксана Комарова, Лепелей, Юрий и Ольга Корнеевы, Воронеж, Наталья Корчагина, Риддер, Юлия Круглова, Клин, Оксана Крысенко, Воскресеновка, Юлия и Виталий Макликовы, Владикавказ, Александра Мащенко, Гребенка, Владимир Овчаренко, Белгород, Екатерина Павленко, Архангельск, Ольга Пенина, Самара, Ирина Попова, Есель, Елена Прилепина, Лыски, Евгения Путнинцева, Зеленоград, Виктория Рассказова, Десногорск, Марина Сакулина, Пермь, Екатерина Селивестрова, Минск, Оксана Скачкова, Бурла, Любовь Смирнова, Вязьма, Екатерина Сазиева, Ростов-на-Дону, Ольга Тарасевич, Минск, Жанна Тарасова, Феодосия, Майя Тонконогова, Новомосковск, Лилия Хатмулина, Старобалтачева, Юлия Хлебникова, Бийск, Екатерина Таплина, Куйбышев, Алина Шаланина, Кострома, Оксана Шамшина, Пермь, Елена Шевчук, Орск, Оксана Шеремета, Поплавы, Татьяна Арапова, Волчан,
Галина Саулова, Ижевск. Марина Беда, Знаменск. Дарья Бессонова, Екатеринбург. Юлия Карабанова, Челябинск. Оксана Мелентьева, Екатеринбург. Наталья Порфирьева, Елабуга. Ольга Пчельникова, Сызрань. Ирина Ревенок, Петрозаводск. Арзу Рубан, Барнаул. Татьяна Сосновская, Новосергеевка. Наталья Цыплакова, Петропавловск. И мы с вами поздравили наших директоров. Вот такой огромный список. И переходим дальше к старшим и драгоценным директорам. Так, что-то не хочет. Открылась у вас презентация? Потому что у меня нет. Если открылась презентация, плюсики поставьте. А перед этим у вас хоть презентация директоров была? О, появилась? Отлично. Появилась. Хорошо. Поздравляем наших старших директоров. Сейчас только прогрузится. Екатерина Зубенко, город Заринск. Старшие директора. Директора с объемом от 5000 баллов или уже с одним директором в первой линии. Надежда Чертулова, Майкоп. Юлия Белоусова, Днепр. Людмила Матвеева, Тула. Татьяна Прокудина, Усть-Каменогорск. Оксана Рущак, Кривой Рог. Юлия Андрейка, Черкасы. Ольга Васильева, Киров. Олеся Владимирова, Липец. Жанетта Вяткина, Петропавловск. Александра Гаранжа, Комсомольск. Татьяна Гусева, Ходькова. Евгений и Елена Зиновьевы, Екатеринбург. Татьяна Лебедева, Мурыгина. Нина Маркина, Москва. Любовь Медведева, Тюмень. Марина Михейкина, Красноярск. Ирина Николаева, Чебоксары. Елена Потанина, Бишкек. Наталья Полякова, Мегион. Юлия Потапенко, Жлобин. Галина Селитренникова, Ливны. Галина Станкова, Кострома. Валентина Щенникова, Минеральные воды. Оксана Найка, Николаев. Любовь и Афимьина, Орск. Анна Вилкова, Челябинск. Татьяна Даянова, Екатеринбург. Ольга и Александр Дубяги, Сочи. Лейла Калашникова, Одесса. Татьяна Коркина, Камень-на-Оби. Анастасия Мазур, город Истра.
Мария Назарова, Дубна. Ольга Повстяна, Херсон. Маргарита Реброва, Краснодар. Валентина Скоморохова, Ярославль. Екатерина Соцкая, Новосибирск. Вера Тыщенко, Щучинск. Анастасия Цыганова, Кольчугина. И переходим к нашим серебряным директорам, тех, кто уже вырастил две директорские ветки. Альфия и Азамат Ахметкизяновы, село Башки-Ускинское. Татьяна Русакова, город Лида. Анна Атамась, Черкасы. Дарья Пахильчук, Красноярск. Татьяна Федосеева, Иркутск. Владимир Кипин, Белокуриха. И Ирина Тихоновна, Нова, село Тагай. И переходим к нашим золотым директорам. Три директорские ветки уже. Райхана Абдурахманова, город Нау. Ирина Ткаченко, Балхаш. Наталья Уткина, город Дубна. И Виктория Карапина, город Мирный. И переходим к нашим рубиновым директорам. 4 или 5 директорских веток. Ольга Воробец, село Поплавы. Евгения Клочкова, город Пушкино. Снежана Лоскутова, Волгоград. Татьяна Сафронова, Сергей Попирайко, город Черкасы. И идем дальше к самым высоким званиям компании. Бриллиантовые директора, 6 директорских веток и более. Татьяна и Александр Распоповые, бриллиантовые директора, город Борисоглебск. И Валентина Захарова, бриллиантовый директор, город Полярный. Но это еще не все, мы переходим к национальному директору. Начиная с 12 директорских веток. Николай Андрейко, национальный директор, город Черкасы. И, конечно же, мы поздравляем наших дорогих и любимых международных директоров. И все мы знаем, кто это. Антон и Анна Кононовы, международные директора, город Мурыгина. Вот такие замечательные у нас вышли поздравлялки 5-го каталога. Я вас поздравляю с началом нового, уже 6-го каталога. Желаю вам всем закрыть новые звания, всем директорам стать драгоценными директорами, всех топ-лидеров проекта открыть уровень директора. Если вы только-только пришли в проект, желаю вам очень быстро пройти обучение и уже в этом каталоге закрыть, возможно, 2, а возможно, 3 ступенечки маркетинг-плана компании Faberlic. На сегодня тогда мы с вами прощаемся и уже увидимся на следующих вебинарах, которые...